Зашибись. Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, меня зовут Женька, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Teardown. Если ты смотрел мои предыдущие серии, ты, наверное, знаешь, почему я такой сегодня веселый. Потому что свершилось, это самое дело свершилось, наконец-то оно свершилось, знаешь, о чем я говорю? К Teardown вышел русификатор, короче говоря, теперь мне не придется переводить тебе там, короче, как я обычно тебя перевожу, если ты смотрел, опять же, предыдущие серии, ты помнишь, как я тебя переводил это все. Смотри, у нас теперь на русском языке. Вчера вечером на западном порту были угнаны два классических автомобиля. Это, кстати, мы это все сделали. Теперь у нас есть русский язык, и теперь мы можем не ломать себе голову и, наконец-то, нормально понимать, что от нас нужно сделать в миссиях. Давай начнем, наверное, Париса Тердимана. Это что у нас? Я не спала всю ночь, копаясь тех устройств, мне удалось найти связь с западным портом. Я не смогла выяснить больше об АТ, но у Ли есть склад на том порту. Я думаю, что каким бы рыбным бизнесом он ни занимался, порт не является конечным пунктом назначения. Я думаю, что навигационные устройства лодок могут дать мне представление о том, куда он перемещает продукт. Особенно, если я смогу сравнить их недавние пункты назначения с журналом доставки. Ты сможешь доставить их для меня? Следователь по уголовным делам. Угу. То есть мы, я так понял, еще выполняем задание полиции, что ли, какой-то? Самый старый порт муниципалитета Лейкель, в нем есть промышленные части, отдельная секция для проведения досуга. А украдите GPS-устройство с лодок Ли и получите файлы журнала из портового офиса. Прочитать письмо. А, ну это мы читали как бы. Блин, на русском языке все становится вообще в разы проще. Я теперь понимаю, что это мне надо. Потому что бывало, что я запускал серию, а так как она на английском языке, и английский язык я не очень хорошо знаю от слова совсем. Я не понимал, что хочет от меня игра, и я очень долго тупил. Вот. И ты вместе со мной тупил, наверное. Или смеялся над моим переводом, я уж не знаю. Я уж сильно не буду на тебя обижаться, конечно. Ну, какие-то обязательные вот цели и дополнительные цели мне не перевели. Ну, давайте, короче, посмотрим. А, твоя позиция, транспорт по бегу, украдите ПГС. Короче, что-то надо украсть, да? Дополнительные цели, это у нас что? Это у нас лодка. А, что это такое? Подожди. Так, что у нас ближе всего находится? Будем отталкиваться от этого. Вот это у нас что? Давайте пойдем сразу сюда. Я не знаю, что это такое, но посмотрим. Если это на время, вот эти дополнительные цели на время, я не буду их просто выполнять, наверное, да и все. Так, мне сюда надо куда-то, да? Судя по всему, да. Другое дело, что ворота-то у нас закрыты. Понимаешь, ворота-то у нас закрыты. Чем мы их откроем? У нас же нет совсем ключа. Блин, хотел выпендриться, но у меня же нет тут рядом машины. Я просто не видел тут рядом какую-нибудь машину, которая мог проломить эти ворота. Поэтому давайте по-обычному, как вот все люди делают, и зайдем спокойно, и все. Вот так вот. Так, ну ладно, посмотрим, что у нас здесь хранится. Так, здравствуйте. Я тут пришел по делам. По важным. А, понятно, это, короче, херотень на время, да? Да, я вижу вот этот вот счетчик, я сейчас что-нибудь здесь включу и все, короче, он сработает. Если эти дополнительные цели будут такие, я не буду их просто использовать и все. Не хочу я морочить себе голову этим. Давайте посмотрим по основным целям, что у нас есть. Есть у нас что-нибудь вот в этих вот краях? Вот это вот что, например? The fishing boat. Ну, рыбная лодка, это я смогу тебе перевести. Может, не до такой степени, я плохо знаю английский язык. Давайте сходим, посмотрим, что там от нас требуется. Рыбная лодка. Ну, там, наверное, тоже что-то надо на время сделать. 100%. Потому что как иначе-то, блин, игра-то про это. Подожди, мне же сюда. Так, мне интересно, как я могу подняться? Ну, в смысле, как я могу сесть вообще в эту лодку, в эту баржу? Она так просто не сломается. Мне, наверное, надо подняться на кран и как-то на крану это запрыгнуть, нет? Ты же вряд ли сможешь по веревке-то пройти. Ну, хотя... Нет, по веревке ты не сможешь, короче, пройти. Ты не этот самый, ты не акробат. Ладно, бог с ним, разберемся. Полезли тогда на кран. Я просто других путей-то пока не вижу. Так, подожди, а как на тебя залезть-то? Блин. Мне сейчас надо думать, как на тебя залезть еще. Но я вижу вон лестницу. Так, подожди. Так вот, ладно, лестница есть, хорошо. Так, это у нас что? Это у нас кабина. Блин, как... Как попасть сюда вообще, в принципе? Так, давай, 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 ну. Не хочется сюда запрыгивать, засранец. Так, ладно, у меня есть резак. Мне, в принципе, насрать, что здесь все, что-то у вас там закрыто. А я возьму просто это все дело и разрежу. Мне без разницы. Так, я могу тобой управлять, нет? Ну так, мне просто интересно. Отлично, отлично, все поломал. Так, опять же, слово паразит у меня такое. Так, что мне делать дальше-то?
Могу сюда залезть, нет? То есть нам нужно как-то попасть на эту лодку. Как на нее попасть? Может, используя катер? Что было бы, в принципе, наверное, даже логичней. Здесь я не допрыгнул. А где вообще вход в тебя, кстати, я не вижу. Может, тебе как-то плыть надо просто, да и все. Так, давай попробуем. Знаешь, что попробуем? Где у нас резак? А, я забыл, у нас же игра-то про это самое. Я тут думаю, как тебе пробраться, я же могу сделать просто вот так вот, да и все. Ладно, все, вопросов нет. Что-то даже своруем, денежки заработаем. Думал, труп собаки. Так. А эта херня, наверное, тоже, да, на время? Так, ну уйдись, пожалуйста. Уйдись. Господи, все приходится дробовиком выносить. Взять цель. Так, допустим, я здесь беру цель. Блин, это все на время, да? Так, а куда мне надо будет убегать-то, если что? Так, я думаю, нам нужно начать, наверное, лучше отсюда откуда-то, да? Потом доплыть до сюда. Блин, это сложно очень сделать. Я вообще не люблю задания на время. Давай просто попробуем. Сколько мне будет давать? А мне дается 1 минута. Нет, за 1 минуту я не успею, ребят. За 1 минуту я не успею. Давайте тогда думать, что делать дальше. Нам опять же нужно все это активировать, да, будет? Ну, по заданиям что написано? Повреждение настенной коробки или подключенного провода проводит срабатывание сигнализации. Понятно. Последний путь это что? Типа, а, это как я прошел, да? А, пройдите ПГС-устройство с лода клея и получите файл журнала спиртового офиса. Господи, боже мой. Как это все сделать за минуту, я не знаю. Ну хотя, подожди, мы же с тобой находимся на барже. Я могу ее вообще управлять-то, нет? Где здесь управление? Ну-ка, открой, пожалуйста, дверь. Аккуратненько, аккуратненько заходим сюда. Блин, я сказал, можно мне, пожалуйста, сюда зайти? Слушай, а меня не пускают. Делаем тогда вот так. Мне сейчас резак закончится, я сюда попасть не смогу больше. Так, отлично. Я могу тобой управлять? Ну, все, отлично. Подожди, я не понял. Меня эти тросы держишь, что ли? Вы что, охренели? Ты такая здоровая, ты не можешь дернуть, что ли, чтобы это самое отцепиться? Блин, мне сейчас дрободан закончится. Ой, блин, чем я только не занимаюсь. Так, подожди. Как я могу тебя отцепить? Дробовиком? Ну, это глупо, по-моему. Это очень глупо было. А как-то резаком? Так, подожди, а как ее отцепить? Сейчас еще и резак закончится до кучи. Ну, отлично, еще и резак закончился теперь. Так, ну, как увал, блин. Блин, мне нужно, короче, отцепить эти тросы. Они мне мешают проехать. Так, а с этой стороны я могу их отцепить как-нибудь, нет? Просто руками, каким-нибудь действием там. Вы хотите сказать, что мне сейчас надо все перезапускать? Жалко, обидно. Очень ограниченные ресурсы у меня. В плане резака, в плане дробовика. Ладно, давай сделаем тогда по-другому. Зайдем сюда и попробуем, короче, дробовиком как-то может это сломать. Или резаком. Так, резак у меня еще есть немножко. Давай. Ну, как-то оборвать этот провод. Вот, отлично. И с этой стороны также. Ну-ка. Здорово, замечательно. Так, минус 2, да? Так, ну тогда эти также обрываем, да и все. Тут он вообще один. Давай. Все. Теперь, по идее, наша лодка должна поплыть. Давай проверим. Поплывет она или нет. Так, ты забрался, нет? Ты где-то застрял. Блять, вылези отсюда, пожалуйста. Спасибо. Ну просто нет смысла, короче, здесь вот хватать вот это вот устройство, потом пытаться куда-то убежать, если мы можем прямо с лодкой это все сделать. Зачем нам этот лишний геморрой? Блин, тут можно как-то... Ой, я как-то зашел. Даже не понял как. А зачем это дверь тут вышибал? Непонятно. Так, допустим, ладно, баржу мы с тобой угнали. Куда мне двигаться дальше? С этой баржи мы можем доплыть, в принципе, вот до сюда. Здесь, наверное, даже как-то можем развернуться так аккуратненько, да? Чтоб нам было потом просто удобно запрыгивать. Надо как-то припарковаться по-удачному. Блин, вот этот остров будет мешаться, наверное. Ну-ка, стой. Стой. Давай задним ходом. Аккуратненько. О, как у меня все подтормаживает-то, а? Хотя вроде компьютер не такой слабенький, а все тормозит так. Так, выпусти меня, пожалуйста, отсюда.
Можем мы здесь выпрыгнуть вообще, нет? Так, кувалда это не разобьется. Ну, в принципе, я смогу здесь забраться, если что, как бы я просто перепрыгну и все. Короче, смотри. Сейчас я еще раз сохранюсь. Какой у меня план? Я краду вот эту вот херотень. Давайте до нее дойдем сначала. Вообще, посмотрим, что это такое. А, слушай, так тебя можно, наверное, также увезти на машине. Блин. А что делать-то тогда? А если я машину загоню прямо на баржу? Это сработает? Нет? Просто сломаем систему и все, короче. Давай попробуем на машине, на баржу. Осторожно, не ломай, не ломай, не ломай. На баржу как-то на машине заехать получится, нет? Мне кажется, можно это попробовать сделать. А, только вот эта вот херотень мне будет мешать. Надо здесь все, короче, освободить более-менее. Так доски, я думаю, особо-то не помешают. Давай попробуем. Мне тупо просто интересно. Надо сейчас как-то поровнее только встать. Как-то вот так вот, я думаю. И вот так вот, чтобы на машине-то было удобно заехать. Блин, игра так подтормаживает. Это вообще просто капец. Да-да-да. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас получилось. Вопрос на миллион. Нет, сюда машина не залезет. Здесь надо вот эту вот фигню как-то убирать все равно. Резак у меня сейчас закончится. Это тоже не очень хорошо. Все, он практически закончился. Нет, не хватит. Блин, что делать-то? Давай вот так вот сделаем. Оставлю два патрона на всякий случай. Вдруг пригодится. Попробуем заехать все-таки. Давай аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Ну. Давай, 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 давай. Блин, вот эта вот херня мешает, слушай. Давай, пожалуйста. Я такую чушь только что сделал. Просто капец. Не, ну мало ли, вдруг получится. Давай, 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 давай. Ну ты же там продвигаешься. Так, подожди. Как это будет работать? Мне просто интересно. Она сейчас просто свалится в воду и все, да? Тихо, 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 тихо. Подожди тогда, подожди. Я такую херотень только что сделал. Это что за жесть? Кстати, да, это для прививки, по-моему, будет прикольно. Так, давай вот так вот встану, наверное, вот. Вот так вот. Я просто думаю, что если мы сейчас немножко двинемся, она упадет в море, наверное, да? Блин, как бы тебя подтолкнуть-то, а? Мне тут в комментариях писали, что какая-то кнопка отвечает за подталкивание. Вот типа вот этого, да, правая кнопка мыши. Ну, слушай, реально я толкаю. Просто у меня была серия, связанная с сейфом, знаешь. Я там четырьмя машинами мог сейф, короче, не мог сдвинуть. А на самом деле можно было сделать попроще. Можно было просто правой кнопкой его зажать и все, короче. Но не толкается он больше. Может мне машину толкнуть? Так, подожди. Машина будешь толкаться, нет? Нет, машина тоже не хочет толкаться. Блин, я не знаю, что делать. Давайте сохранимся, наверное, и попробуем немножко отплыть. Посмотрим, что из этого выйдет. Наверное, ничего хорошего, но тем не менее. Ради красивого кадра. Зашибись. Зашибись, вообще здорово. Просто круто, я все потопил. Я все потопил. Так, ладно, допустим. Смотри, мне нужно вот сюда доплыть, что-то взять, а потом мне надо смыться вот здесь вот, да? Но я не успею все это сделать за минуту. У меня вообще баржа-то будет сейчас плыть, нет? Мне просто любопытно. Не, ну баржа как бы плывет. В принципе, может как бы это и реально сделать. То есть здесь вот эту кнопку активировать, потом вот здесь вот. Давай попробуем. В принципе, что мы теряем-то? Ну, не получится и не получится, бог с ним. Тогда выйди отсюда, пожалуйста. Ай, так, где эта фигня-то? Взять цель, побежали. Берем здесь цель. Так, две цели у нас уже есть между тем. Не знаю, получится, не получится. Если бы еще не застревал, было бы просто отлично вообще. 48 секунд. Не знаю, мне кажется, мы не успеем сделать это. Это был глупый план, короче. Очень глупый план. Она вообще не едет, она неповоротливая. Сюда надо в любом случае машину загонять. Нет, все. Только как ее загнать теперь, я не знаю. Я не знаю. Можно как-то тебя отцепить вообще от этого дела? Так, ну допустим, машину я от прицепа отцепил. Ты постой здесь. Не будешь скатываться, я надеюсь. Блин, а теперь давай попробуем толкнуть тебя. Давай, 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 ну. Хоть как-нибудь, хоть там, блин, раком криво, хоть, ну, пожалуйста, толкнись. Блин, я вот из этой херотени застрял, да? Она сейчас опять просто свалится. Я не смогу ее сейчас ничем запихать. У меня уже баржа там почти сломана. Че бы придумать, че бы придумать. Так, иди-ка сюда. У меня всегда, знаешь, такие нестандартные решения. Я видел, как проходят другие люди эту игру. Там, знаешь, там прямо там
как сказать, ничего не ломая, все что-то аккуратно. Но игрушка-то не про это, в принципе. Ну, как можно ничего не ломая пройти эту игру? Это не работа, так неинтересно. Мне надо, чтобы было интересно. Давай аккуратненько ее подтолкнем. Давай вот так вот как-нибудь. Вот, подожди, сам сюда не лезь, пожалуйста. Блять, надо, короче, срочно уплывать. Мы сейчас просто все потопим. Мы уже все потопили, нет? Блять, там этот трактор гребаный. Так, подожди, давай поплыли отсюда. Подожди, я там что-то снял, что ли? Я же ничего не снимал. Ну, в принципе, у меня получилось. За мной там вроде плывет эта херотень. Ну, давай посмотрим, мне просто интересно, опять же. Так, где эта штука-то? Блин, нет, не получилось, да? Ну-ка. Нет, не получилось, она там осталась. Блин. Ну ладно, давайте опять же страдать, опять же, не знаю, что-то придумывать. Я изначально немножко неправильно сделал. Если сейчас вообще ничего не будет получаться, мне придется просто перезапускать, наверное, эту миссию. Но я сейчас знаю, что мне делать надо. Мне изначально надо было аккуратнее подплыть, как можно аккуратнее. Потом вот эти вот этой вот штукой просто закинуть эту лодку и все. Ну как я ее сейчас закину? Я сейчас не смогу закинуть никак. Не знаю. Ну попробуем. В принципе, что мы теряем? Нам в любом случае игра сама как бы подкидывает идею. Вот есть баржа, типа вот есть место для этой лодки. Закинь эту лодку на эту баржу. Но опять же, как ее закинуть правильно, чтобы она вот эта самая не застревала. Это надо как-то грамотно подплыть к ней. Подожди, что не ломай все подряд. Ой, господи, боже мой. Блин, он не хочет поворачиваться по-нормальному. Он там что-то упирается. Проедь, пожалуйста. Ну, стой. Сохранись нахер. Вдруг криво как-нибудь опять закинешь его. Давай аккуратненько ее подтолкни. Ну, вот типа вот так вот. Что, не сканает, что ли? Ну, пофиг, что она перевернута. Нам зачем, чтобы она эта была-то нормальная? Нам же надо просто там какой-то кейс забрать и все. Ты не будешь это скатываться, нет? Не скатывайся, пожалуйста. Тихо, аккуратненько. Сейчас просто вообще прямо очень-очень аккуратно надо действовать. Я сохранюсь. Я даже сохранюсь, короче. И прикинь, да, если получится. Но это же просто упоротость, блин, высшего уровня, по-моему. Кто так еще эту миссию проходил? Ну, хотя, наверное, много народу, кто так же миссию проходит, не знаю. Не пиши, кстати, в комментариях, если играл в эту игру, как ты ее прошел. Вот я вот так вот. Ты сейчас, в принципе, сам видишь, как я ее прохожу. Мне не получилось более аккуратно, ну, что получилось, то получилось. Так, подожди. А второе это где-то здесь, да? Нам надо все равно будет выйти, посмотреть. Надо путь себе, короче, построить, чтобы можно было быстро потом смыться отсюда. Давай я прямо вот так вот сделаю. Тихо. Стой. Ничего там не ломайся. Подожди, у меня закрыты двери. А как я отсюда выйду? Мне нечем резать это все дело. У меня дробовика нету, резака нету. Как мне отсюда выйти? Алло. Блин, вы издеваетесь, что ли? Выпустите меня. Блин, слава богу. Так, подожди. Как мне сюда она будет забраться потом? Где эта штука находится? Блин. Давай попробуем сразу же. Не знаю, получится, нет. Начнем мы, пожалуй, наверное, вот с тебя. Так, берем тебя. Где ты там? Берем тебя и теперь уходим отсюда. Просто где я нахожусь? Отлично, я уже зафейлил. У меня уже точно не получится. А может и получится, фиг его знает. Давай попробуем. Так, мне нужен какой-то ящик здесь найти, да, судя по всему? А ящик у нас на каком этаже? На первом или на втором? Сейчас хотя бы узнаем, где он находится. Так, он находится где-то вот здесь вот, да? Ну, блин, он где-то сверху находится, короче. Вот так вот. Ну, в принципе, 26 секунд. Но убежать я все равно не успею. Мне надо бежать вон аж докуда. И надо сюда машину какую-то подогнать. Хотя вот здесь вот стоит какая-то машина. Не, я не успею. Все. 10, 9, там 8. Туда-сюда. Чуть-чуть не хватило, да? Подожди, а может и успею? Я успел, прикинь, с первого раза прошел. Можно так сказать. Блин, слушай, миссия выполнена, новый рекорд при обязательной цели 3, дополнительно я даже проходить не стал. Короче, как-то так получилось. Ну, криво, упорото, но зато, знаешь, как бы это что-то свое, что-то уникальное, опять же. Не как обычно, неаккуратно, как мы с тобой, в принципе, любим, все разрушая. Вот.
Ребят, давайте, наверное, будем на сегодня заканчивать. Будут короткие серии, вот по одной миссии выходить, потому что на больше у меня просто времени не хватит, уж извини меня. Ну, в принципе, поддержи меня лайком. Ой, подожди, я куда-то все это смог деть. Стой, стой, там же, наверное, были новые инструменты какие-нибудь. Кстати, давай посмотрим, может, какие-нибудь инструменты новые появились. Вообще, я очень рад, что в игре появился английский язык. Ой, русский язык. Блин, я уже заговариваюсь. Я говорю, я просто, как обычно, устал, и поэтому не обращаю внимания. Давайте, короче, будем заканчивать. Подписывайся на канал, ставь палец вверх этому видео и жди следующую серию, в общем-то говоря. Можешь колокольчик нажать, чтобы серию не пропускать. Давайте, ребят, всем пока.